Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Я напоминаю, что мы продолжаем серию лекций Российского исторического общества в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». В рамках наших лекций победители Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, делятся своими методиками, практиками и опытом работы со школьниками, со студентами, в принципе, со всем молодым поколением страны в области преподавания истории родного края. И сегодня мы отправляемся с вами в Оренбургскую область для того, чтобы победитель Всероссийского конкурса краеведов Тихонова Нурзия Габдрауфовна рассказала о своем опыте такой работы. Нурзия Габдрауфовна является учителем начальных классов средней общеобразовательной школы номер 17 имени Стрельникова города Сорочинска. Добрый день, здравствуйте, Нурзия Габдрауфовна. Очень рада вас сегодня видеть с нами. Благодарю за то, что выделили время для нашей сегодняшней встречи. С удовольствием передаю вам слово для того, чтобы начать нашу беседу. Здравствуйте, уважаемые коллеги, организаторы фестиваля «История Малой Родины» и «История Отечества». Всем слушателям самый пламенный привет. Привет с Сорочинской земли. Сорочинск – это небольшой, но очень красивый провинциальный городок, который расположен в западном Оренбурге на берегу реки Самарки. Как и любой город нашей страны, он хранит в себе исторические тайны. Хочется сказать Российскому историческому обществу огромное спасибо за возможность поделиться опытом своей работы и поучиться чему-нибудь новому у коллег. Я Тихонова Нурзия Габдрауфовна, работаю в школе номер 117 имени Михаила Васильевича Стрельникова города Сорочинска Оренбургской области, учителем начальных классов высшей квалификационной категории. Являюсь классным руководителем проказачьего первого класса, воспитателем казачьего класса, педагогом дополнительного образования и являюсь руководителем школьного музея «Истоки». Профиль музея – историко-краеведческое и история казачества. Сегодня я постараюсь представить свою работу по теме «Школьный музей Истоки как пространство гражданско-патриотического воспитания». Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. Основа патриотизма – это краеведение. Музей – это живая, связующая нить поколений, которая необходима как для сохранения исторической памяти народа, так и для воспитания высоких нравственных качеств человека, чувства любви к родному краю, к отечеству, формирования гражданского самосознания подрастающего поколения. В настоящее время возникает проблема. Как же сделать музей привлекательным для интернет-поколения? И будет ли кому сохранять наследие? Как сделать краеведческую, исследовательско-поисковую работу в нашей школе более интересной и привлекательной для современного подростка? Как же превратить музей в музей без границ, то есть сделать его современным, открытым общественным институтом, центром просвещения и инноваций? Мы видим выход из сложившейся ситуации в активном внедрении современных технологий в музей. Это проектные, исследовательские, информационные технологии, которые выведут музей за его собственные стены, к новым аудиториям, к новым видам культуры и, главное, в городскую среду и за его пределы. Изменяющиеся реалии окружающего мира заставляют меняться и музей. Победа моего проекта «Когда к истории хотим мы прикоснуться» в конкурсе «Родные города» компании «Газпромнефть» позволила школе получить грант. Цель грантового проекта – модернизация деятельности школьного музея. Это оцифровка архивных материалов, фотографии, документов, создание виртуального музея школы. В музее на более высоком уровне начали проводиться дополнительные занятия для школьников по краеведению, выставки, экскурсии, а их электронный формат позволит посещать эти мероприятия без ограничений из любой географической точки, где есть доступ в интернет. Активисты музея с удовольствием знакомят посетителей с экспонатами и экспозициями. Систематически ведут краеведческую работу, собирая архивные материалы. Работают над контентом сайта школьного музея.
занимается переводом документов в электронный формат. Активистам удалось вовлечь в работу обновленного музея учащихся всех возрастов. Развитию музея способствует поисково-исследовательская работа. Краеведение – это и краелюбие. Юными краеведами регулярно пополняется материал об истории города, о знаменитых людях края, о родной природе, об истории школы. Школа наша живет и развивается, уверенно идет в будущее, но у нее есть и прекрасное прошлое, которое бережно хранится в музее истоки и является достоянием каждого ученика и учителя, предметом гордости и восхищения. 117-й экспресс отправляется. Под таким названием в музее прошло мероприятие в рамках реализации проекта «Когда к истории хотим и прикоснуться». Интерактивный поезд под управлением учителей-активистов и активистов музея отправился в дорогу по станциям железнодорожный вокзал, железнодорожная школа номер 117, Оренбургская детская железная дорога и игровая. Были представлены история развития железной дороги на территории нашего округа, современные и вышедшие из употребления предметы, связанные с работой проводников, осмотрщиков вагонов, работников станции. Дети посмотрели фильм, снятый нашими краеведами, о железнодорожном вокзале. Узнали о связи школы и детской железной дороги. В 1922 году на станции в небольшом помещении казармы номер 13 была открыта впервые своя железнодорожная начальная школа. До марта месяца 1952 года школа была в составе Оренбургской железной дороги под номером 22. А с марта ее перевели в состав Куйбышевской железной дороги и присвоили номер 57. В 1959 году снова она была передана в состав Оренбургской железной дороги и был присвоен номер 129. В 1963 году Оренбургское отделение дороги было передано в состав Южноуральской железной дороги и присвоен школе номер 117. Но в 2003 году школа стала муниципальной, но номер сохранили как историческую память. В завершении дети поиграли в паровозик, и каждый из экскурсантов получил памятку безопасного поведения на железной дороге. Выставка экспонатов школьного музея по железному дорожному вызвала огромный интерес у ребят. Эта выставка потом была представлена на обозрение жителям и гостям в городском краеведческом музее. С целью создания условий для самореализации и самореализации детей и подростков в сфере активной музейной, экскурсионной и поисково-исследовательской и краеведческой деятельности в школе состоялся фестиваль «Музейный гид». Ученикам необходимо было провести фрагмент тематической экскурсии. Темы охватили самые разнообразные стороны историко-культурной среды родного края, города и школы. Юные гиды представили вниманию зрителей разные формы проведения своих выступлений с использованием мультимедийного оборудования и экспонатов музея. Участники фестиваля продемонстрировали свои навыки и умения экскурсовода, проявили творческий подход к проведению экскурсий, эрудиция и креативность. Нововведением в музейных экскурсиях было использование авторских видеофильмов, элемент театрализации. Этот домовенок Кузя пришел жить в музей. В результате юные экскурсоводы награждены грамотами в номинациях «Жил в музее экспонат», «Люби и знай свой родной край», «След войны в моей семье», «История одного экспоната», «За сохранение традиций», «Экскурсия по экспозиции школьного музея». На фестивале получили дипломы и грамоты победителей и участники конкурсов фотографии «Мир глазами детей». «Природа родного края» конкурса рисунков «Мой музей». На мероприятии присутствовали ученики, родители и педагоги школ города, заместители директоров по воспитательной работе, старшие вожатые, руководители школьных музеев. Гости дали положительную оценку, отметили высокий уровень подготовки детей, теплую
дружественную обстановку. По моему мнению, фестиваль стал настоящим праздником творчества и познания, радости и сотрудничества для детей и взрослых. Это результат совместной работы инициативной группы педагогов, школьников, музееведов. А мероприятие «Родные просторы, родные края» стало своего рода презентацией реализованного проекта. Был продемонстрирован фильм о школе номер 117 города Сорочинска, в котором показана история этого учебного заведения, все этапы работы преподавательского состава по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей. Потом гости посетили музей истоки, где ребята казачьих классов подготовили ознакомительную программу и экскурсию. Подготовлены экспозиции «Крепка семья», «Сильна Россия», «Мгновение школьной жизни», фотовыставка работ юного краеведа «Родной край». Во время реализации проекта закуплено мультимедийное оборудование, создан электронный фонд экспонатов музея, электронный банк сценариев мероприятия, создан электронный архив. Организовано 2 семинара для обучающихся педагогов на уровне школы и города. 8 видеосъемок, 4 выставки, брифинг со специалистами городского краеведческого конкурса творческих работ. Дети с интересом осваивают новые технологии, создают мультимедийные продукты, тем самым открывают в себе новые горизонты достижения и успехов. Развитию музея способствует поисково-исследовательская работа и проектная деятельность по краеведению. Активисты успешно защищают свои проекты и исследовательские работы. Интересные работы «Капсула времени», «Журавли памяти нашей», о тяготах военной жизни солдат и фронтовом пути Анцупова Ивана Алексеевича описано в исследовательской работе «Дневник боевых действий», который размещен на сайте международного интернет-проекта «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны». «Быть бойцом до конца» – это проект, посвященный Стрельникову Михаилу Васильевичу. В ноябре 2017 года в школе номер 117 присвоено имя почетного гражданина города Сорочинска, участника боевых действий в Республике Афганистан, ветерана военной контрразведки ФСБ России Стрельникова Михаила Васильевича. Службу в органах государственной безопасности он начал в 1963 году. Служил на границе с Китаем, в Монголии, в Нагорном Карабахе. С февраля 1988 года по декабрь 1991 года находился в Республике Афганистан. Принимал участие в обеспечении безопасности выводимых частей. После вывода советских войск оказывал помощь правительству Афганистана. За время службы в Республике Афганистан Михаил Васильевич Стрельников побывал почти во всех провинциях, и везде самолеты и вертолеты, на которых он прилетал вместе с нашими и афганскими военными и высокопоставленными лицами, подвергались обстрелу. В апреле 1992 года полковник Стрельников Михаил Васильевич был уволен из запаса и вернулся в родной Сорочинск, активно участвовал в общественной жизни города. По его инициативе в городе был установлен памятник «Черный тюльпан» землякам, погибшим в Афганистане. У Михаила Васильевича Стрельникова более 20 государственных наград, в том числе орден Ленина, орден Красной Звезды, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Дружбы Народов, боевые медали, 4 награды Монгольской Республики. Особое место занимают экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне. В музее собран материал об участниках войны, фотографии, личные вещи, оформлены альбомы «Война в истории моей семьи», «Дети войны», «Боевая слава наших прадедов». Работа с ветеранами войны, участниками локальных войн – это не просто сбор информации, это выставки, видеозаписи, встречи. Постоянно оказывается тимуровская помощь ветеранам войны и труженикам тыла. Организован уход за братскими могилами. В этом году юные краеведы, учащиеся школы, участвовали в международных мемориальных акциях «Свеча памяти», «Бессмертный полк»
Это сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, узника концлагеря. Эта традиция объединяет нас, современников, и передает как святой долг памяти к следующим поколениям ради будущего нашей отчизны. Дистанционный период обучения не помешал выразить свое отношение к людям, пережившим страшные события Великой Отечественной войны. Активно приняли участие еще в конкурсе, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в акциях «Победа в сердце каждого», «Окно Победы», «От истории семьи к истории страны». Они представлены в отчетном фильме «Дорогами войны к Великой Победе», которые показали заинтересованность наших ребят в сохранении памяти поколений, сведений о мужестве, стойкости, силе народов, отстоявших мир на нашей огромной планете, на нашей родной Земле. Новая компьютерная и мультимедийная техника открыла перед учениками и преподавателями широкие возможности для создания новых проектов. Виртуальная версия школьного музея раскрывает и представляет общественности коллекцию подлинных документов об истории школы и края, имеющих культурно-историческое значение. Таким образом, виртуальный музей решает проблему расширения доступа детей и их родителей, педагогов к материалам, имеющим высокий образовательный потенциал. Виртуальный музей – это и хорошая возможность обратиться к прошлому через настоящее, по-новому. Мы придаем огромное значение контенту. Важны не только технические новинки сами по себе, но и их начинка. Это залог успешного сотрудничества технологий и музея. Совместить сам экспонат, знания активистов музея о нем и передовые технологии. Созданы видеоэкскурсии «Сорочинский край», «Казачий край», «Монумент славы», Третий областной фестиваль казачьей истории, казачество, служение Богу и Отечеству. На сайте школьного музея размещены видеоролики и мероприятий «У войны не женское лицо», «Ветер войны», «Спасибо за мирное небо над головой», «Мы помним, мы гордимся», «Вахта памяти» у мемориала славы 9 мая, «Вальс победы», «Уроки мужества» Советом ветеранов ФСБ России по Оренбургской области, Сорочинским городским казачьим обществом. Краеведческие знания необходимо актуализировать, делая их доступными для аудитории округа через сети интернет. На сайтах школы и школьного музея размещены многие творческие работы, информация о краеведческих мероприятиях и конкурсах, грамоты и дипломы. Через интернет организовано сетевое взаимодействие. Наши работы об участниках войны вошли в книгу «Без срока давности» проекта волонтерского отряда Алтайского края и в социальный проект «Бессмертный полк учителей Александровского района Оренбургской области». Школьный музей является центром патриотической работы в школе. В 2010 году в школе был открыт первый казачий класс. И с этого времени деятельность нашего музея тесно связана с казачьей тематикой. История казачества – один из самых интересных и менее изученных сюжетов богатейшей истории нашей Родины. Само слово «казак» овеяно многими историческими легендами. Народные предания и былины ставят казаков вровень с богатырями. Самого популярного героя русского эпоса Илью Муромца в былинах называют казаком. Благодаря собранному материалу казачатам в музее имеются постоянные экспозиции «Люба, братцы, Люба», «Оренбургское казачье войско», «Сорочинское казачье общество», выставлен макет Сорочинской крепости, а история Сорочинска тесно связана с казачеством. Занимаясь исследованием по теме «Сорочинский край, казачий край», мы разработали маршрут экскурсии одного дня. Узнали, что крепость была военным форпостом, обеспечением безопасности юго-восточных границ российского государства. О происхождении названия Сорочинской крепости существует две версии. По одной из них – по названию речки Сорочка, притока Самары. По другой – по прозвищу посыльного сорочинского казака Якова Арефьева,
Сорока. Первым атаманом крепости в 1737 году был Алексей Соколов и Саул из яицких казаков. Несли казаки пограничную службу. Сорочинская крепость неоднократно принимала на себя удары иноземных завоевателей, башкирских и татарских кочевников. Не обошло стороной нашу крепость крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева. В марте 1774 года по пыльным улицам крепости скакали казаки, встречая хлебом, солью народного царя Емельяна Пугачева. Под колокольный звон Емельян Пугачев вошел в крепость. Но война и военная удача отвернулась от повстанцев. У села Пронькино Пугачев был разбит правительственными войсками, сжег нашу крепость и отступил к станице Татищевой. В 1833 году, собирая материалы для написания повести «Капитанская дочка» и «История Пугачевского бунта», по пути из Самары в Оренбург останавливался Александр Сергеевич Пушкин в Сорочинской крепости на почтовой станции. Здесь гений русской литературы беседовал со старым казаком Иваном Попковым. В нашем городе имеется единственный в России памятник книги пушкинской повести «Капитанская дочка», который открыт в 2005 году. Годы гражданской войны всех казаков большевики считали врагами советской власти. Большевистская власть расказачила России. Но во время Великой Отечественной войны, конечно, это особая страница города Сорочинска, свыше 10 тысяч сорочинцев ушли на фронт защищать свою родину от фашистского нашествия. Более половины из них не вернулись. Исследовательская работа «Казак Сорочинского городского округа, участника Парада Победы» помогла выяснить роль казачества в победе над фашизмом через изучение боевого пути гвардейца-казака Трунова Федора Ивановича. В Краеведческом музее города Сорочинска хранится одежда казака Трунова Федора Ивановича, участника Парада Победы в Москве, парадный китель и награды. Боевую службу Трунов Федора Ивановича начал в составе формировавшейся в Оренбурге 11-й Морозовской казачьей кавалерийской дивизии. Родина высоко оценила его ратные подвиги. Грудь героя-земляка украшали ордена и медали. А в 90-е годы 20 века началось возрождение казачества. Мы являемся сейчас свидетелями того, как российское казачество возрождает и крепнет. У каждого поколения есть часть жизни, ставшая историей, которому никому не дано переписать. Казачата участвует в следующих направлениях музейно-поисковой деятельности. Это организация проектной деятельности, накапливание материалов по истории и этнографии казачества в музее, написание рефератов учащимся на темы, связанные с историей, традиционной культурой, бытом казаков, собирание произведений фольклора, казачьих песен, пословиц, создание видео и мультимедийных творческих проектов, изучение и описание музейных предметов, создание экспозиций, проведение экскурсий, вечеров о казачестве и культуре. В музее были организованы встречи с мастерами-умельцами по плетению из прутьев, самобытными художниками с Губерем Виктором Дмитриевичем и Зигангировым Робертом Елизаровичем, а у мастериц, конечно, учились пуховязальному ремеслу. Все обучающиеся школы пользуются имеющимися в школьном музее возможностями. У нас есть прекрасные результаты. Казачата неоднократно становились победителями областного смотра конкурса на лучшую организацию военно-патриотического воспитания, исследовательской и музейно-поисковой деятельности, и присваивался им статус «Лучший казачий кадетский класс Оренбургской области». А на днях, в день неизвестного солдата в школе, атаман первого отдела Оренбургского казачьего войска, казачий полковник Сергей Николаевич Слепов, наградил дипломами и ценными подарками за результативное участие семерых казачат по итогам первого регионального конкурса детского и юношеского творчества
«Вехи казачьей славы». Он отметил высокий рейтинг школ номер 117 по развитию казачьего движения не только на уровне области, но и страны, как победителя конкурсов различных направлений всех уровней от региональных до всероссийских. В преддверии Дня Героев Отечества победителем в конкурсе «Герои Отечества 2020» стал ученик 5-го казачьего класса, активист музея. А 4-5 декабря состоялся всероссийский казачий диктант, в котором приняли участие учащиеся казачьих классов, родители и педагоги. Каковы же достижения школьного музея на муниципальном, региональном и федеральном уровнях? В 2017 году на научном этапе всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения воспитанник награжден дипломом первой степени в номинации «Мероприятие на базе школьного музея», а школьный музей отмечен дипломом победителя. Победители в грантовом конкурсе «Родные города» компании «Газпромнефть». 2020 год. Муниципальный этап областного смотра конкурса музеев образовательных организаций «Этих дней не смолкнет слава». Стали победителями в 3 номинациях: «Лучший музей», «Лучший юный экскурсовод» и «Лучший руководитель музея». На областном этапе этого же конкурса по 3 этим номинациям мы стали призерами. Наш музей – это труд совета учащихся и всего педагогического коллектива школы на протяжении многих лет. Сколько любви, сердца и души вложено в него. Мы также участвуем и в диссеминации опыта. Это в городе Ульяновске выступали, и в Екатеринбурге. А в 2019 году в городе Оренбурге состоялся областной образовательный форум «Музейная педагогика как эффективная социальная технология формирования образовательной и воспитывающей среды в образовательной организации». А еще моей разработкой внеклассного мероприятия по проектной технологии «Возрождение казачества – это не рабячество» пользуются многие педагоги, работающие в казачьих классах по всей России. Современный музей – это не просто хранилище памяти поколений, а мощная культуроформирующая сила. Современный музей выходит за классические рамки экспозиционно-выставочной работы. Он призван дать детям намного больше, чем сухие исторические сведения. И в то же время он сам нуждается в совершенно новых инновационных формах работы. Мы гонимся за временем. Оно все равно неизменно убегает вперед. И только в музейных залах его частицы застывают в больших и малых экспонатах, являя тем самым уроки истории, на которых человечество учится с таким трудом. Музеи – словно кладовые нашей общей памяти о прошлом, которое вроде бы уже ушло. Но ведь оно было героическое и смешное, горькое и кровавое, наполненное именами и судьбами предков. Они, как и мы, бежали вдогонку за временем, думали о будущем, мечтали и надеялись. А теперь наш черед. Вглядываясь в музейные экспонаты, вслушиваясь в рассказы экскурсоводов, мы по-новому знакомимся со временем, пытаемся его понять, чтобы вновь продолжить свой бег через годы. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оно есть постыдное малодушие, говорил Александр Сергеевич Пушкин. Знание исторического и культурного прошлого своей родины делает человека духовно богаче, способствует выработке у него активной жизненной позиции. Главное – заинтересовать школьников процессом исторического познания. Там, где зародился живой интерес, дело заключается лишь в том, чтобы направить этот интерес и юношеский энтузиазм в нужное русло. Главное – музей дает возможность изучать прошлое не только через созерцательное восприятие, но и активно участвовать в историко-краеведческой работе, во взаимодействии с музейной образовательной средой.
Изучение истории и видение будущего связаны напрямую. Итак, работу школьного музея «Истоки» можно рассматривать как пространство гражданско-патриотического воспитания, благодаря которому обучающиеся могут составить собственные представления о мире, социализироваться, найти свои корни, осознать то, что без преемственности поколений невозможно дальнейшее развитие общества, приобщаться к национальной культуре, общечеловеческим и духовным ценностям, осознать личную ответственность за судьбу, за свою судьбу, за судьбу своей семьи, города, края и страны. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Нурзия Габдрауфовна, за такой интересный рассказ о вашем музее, за ваш опыт, которым вы поделились с нашими зрителями. И, наверное, хотелось бы задать вопрос. Все мы понимаем, что любовь к стране, она начинается с любви к малой родине, а она, в свою очередь, наверное, начинается с любви и сознания истории своей семьи. Расскажите, как привлекает музей родителей и учеников к такой работе? В принципе, как участвуют в работе музея и в работе школьников их родители? Как происходит эта работа у вас? Знаете, родители, я как учитель начальных классов уже привлекаю с первого класса. Во-первых, уже в первом классе ученики пишут свои первые проекты. Например, «Моя семья». Естественно, они начинают уже расспрашивать у своих родителей, как зовут бабушку, как зовут дедушку, где они работают, какие у них достижения, какие у них профессии. А потом уже эту информацию мы потом накапливаем. Через некоторое время уже мы начинаем составлять древо семьи. Вы понимаете? Кроме этого, мы уже организовываем как бы газеты для того, чтобы показать всем о традициях семьи. Это работа на протяжении нескольких лет. Ведь не зря Лихачев говорил, что любовь к родине нужно начинать с самых близких, самых родных людей. Это со своей мамой, папой, со своей семьей, братьев, сестер, и также школа, улица, друзья. Таким образом, потихонечку мы воспитываем любовь к родине. Спасибо вам большое за такую встречу нашу сегодняшнюю. Передаем большой привет всему педагогическому коллективу 117-й школы, всем вашим ученикам. Желаем вам еще больше побед, еще больше новых интересных проектов. Мы не прощаемся, мы говорим до свидания и до скорых встреч. Вот еще раз большое спасибо. Вот да. Вчера только я получила сертификат о том, что наш музей стал партнером Музея Победы. Ну, с этим мы вас особенно поздравляем. Да, мы вот увидели в презентации этот сертификат. Действительно, очень важное, такое большое достижение для музея. Мы желаем вам очень крепких партнерских отношений и желаем вам побывать вместе с ребятами в Музее Победы. Я надеюсь, что в скором времени у нас все наши сложности, связанные с нынешним годом, они нас все-таки минуют. И такая возможность у вас обязательно появится. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи вам. До свидания. Спасибо большое. До свидания.